В международном аэропорту Чебоксар началась масштабная реконструкция. Планируется расширение аэровокзального комплекса. Более того, построят новое здание и модернизируют летное поле. Площадь аэровокзала увеличится до 4800 квадратных метров. Это примерно половина футбольного поля. В обновленном здании расположатся зоны прилета и регистрации, карусели выдачи багажа. На втором этаже большой зал ожидания и кафе. В настоящее время проводится демонтаж. Со стороны фасада будет увеличено на 4 метра и сзади со стороны перрона на 12 метров пристройка аэровокзала. Здание будет в двухэтажном исполнении, очень современное, красивое. Обещают, что реконструкция аэропорта никак не повлияет на расписание авиарейсов. Тем не менее, только с появлением нового таможенного оборудования, а значит завершением всех строительных работ, добавятся международные рейсы. Сейчас из Чебоксар, например, до Анталии авиабилеты не купить, только в Сочи или Москву. При этом принимать рейсы из-за границы авиагавань может. Так сегодня прилетел борт из Турции. Окончание работ запланировано на 2023 год.